Когда сын Яценюка, там Порошенко пойдет воевать, тогда и мои дети пойдут. У меня три сына. Не хотелось бы вас раздражать, но у Арсения Яценюка две дочки. Послушайте, если бы хотел, если бы, есть женщины, которые тоже принимают участие, да мне плевать они на самом деле. Они в школу ходят. Да мне все равно, я вам в принципе говорю. Я в принципе, вы постоянно, когда вам невыгодно, вы съезжаете на то, что ах, они маленькие. Да мне все равно, сколько им лет. Я просто в принципе говорю, ты сказал куля в лоб, то куля в лоб. Так иди первым.